Привет, друзья мои. Я продолжаю свои поиски самого дешевого и самого качественного смартфона. И вот я нашел на платформе PandaVille телефон марки, опять проблемы с прочитанием названия марки, Yusun. Yusun W91. Телефон. И тут вот уже видно надпись 8-мегапиксельная камера. Но это нужно еще и в реальности проверить, какая на этом телефоне камера. И вот опять вначале посмотрим дизайн. Дизайн супер, ну, в принципе, ну, так себе телефон с нормальным дизайном. Вот круглые формы у него. Ну, ничем особо телефон не выделяется. У него не такие супер параметры. Ну, стандартные параметры 512 мегабайт оперативной памяти. Ну, две камеры, фронтальная и задняя, фотовспышка, дисплей 4,5 дюйма. Вот так, дизайн посмотрели, ну ничего тут особенного нету. Такой стандартный себе телефончик. И вот что у нас, Yusun W91, MTK6577, Android 4, двухъядерный смартфон, 3G GPS, 4,5 дюйма, QHD экран. Ну, что сказать, вот сейчас вот я тоже в таком ситуации, в каком все люди, которые хотят купить этот телефон, но нигде не могут найти вот видеообзор данного девайса, чтобы хоть как-то ориентироваться. И вот этот ролик именно для этого, чтобы помочь людям выбрать телефон. Итак, если вы встретили неизвестную модель, вам неизвестная фирма, никогда нигде нету видеообзоров на этом телефоне, вот что надо делать, да, поищем информацию в интернете. Но для меня уже вот этого не нужно. Вот я уже посмотрел на этот телефон, посмотрел его описание, характеристики, и уже могу себя определить, брать или не брать. И вот мое мнение о этом телефоне: я возьму этот телефон. Я покупаю смартфоны на таких платформах для перепродажи. И вот данный девайс, цена очень хорошая, 56,99 долларов. Параметры, габариты телефона подходящие, параметры нормальные, особенно камера. Вот тут заявлено 8 мегапикселей, но тут нету 8 мегапиксельной камеры, но камера будет норм, и покупатель не будет из-за этого не покупать этот телефон. Вот посмотрим еще основные характеристики, и еще пару слов я скажу, как правильный выбор сделать. Итак, бренд Yusun, Yusun W91, Android версия 4.0.4, Dual Core, 8-мегапиксельная камера, разрешение экрана 540 на 960, 960, 8-мегапиксельная камера. Memory у нас свободно 800 мегабайт, почти 900 мегабайт. RAM у нас 104 свободно, полгига, да, 512 мегабайт у нас RAM, то есть ОЗУ. Вот тут посмотрите, что тут написано, тут мне не очень-то интересно. Вот это про сенсоры, Proximity, Light и Compass, Distortion сенсор, это хорошо, неплохо, Direction сенсор. Вот Antutu набирает 8287 баллов. Неплохо. Вот даже телефон распознает Antutu. Что у нас тут? 3G есть. Что еще у нас есть? 3G, две камеры, да, 0,3 8-мегапиксельные. Вот русский язык есть. GPS есть, GPS есть. И вот FM тоже есть, радио тоже. В комплекте стандартно, аккумулятор, зарядный устройство. Ладно, все это мы уже посмотрели. Вот что мы сделаем. Сейчас я еще AliExpress открою. И вот данная модель на DXCOM DL Extreme стоит 98 долларов. На DL Machines стоит... Или нету? Да, sold out, но тоже 98 долларов стоило. На GR Best стоит 107 долларов. Да, посмотрим, почему такая разница. Ну, значит, и тут две версии уже. Или на PandaVille очень долгое время эти телефоны не продаются, и вот они уже продают по себестоимости или по очень низкой цене, очень близко по себестоимости, поэтому такая низкая цена. Или они, скажем, покупают прямо у производителя, и поэтому у них такая дешевая цена. Ну,
И еще один такой вариант у меня, не знаю, настолько это верно, или, не знаю, поставили акцию или снизили цену, и вот вам отправят проковидный телефон. Потому что у меня вот один раз было на такое, вот на пан забили, отправили мне проковидный телефон. Ну, это такой фантастический вариант, не знаю, вряд ли так они отпустятся низко, чтобы так обманывать людей, но я ни какой платформе не доверяю. Для меня нет хорошего онлайн-магазина. Я везде покупал, почти везде покупал бракованные изделия. И я не доверяю онлайн-магазинам. Просто нет альтернативы. Не могу я для одного телефона съездить в Китай, купить вот телефон за 56 долларов, посмотреть, проверить и вернуться назад. И еще за 56 долларов не могу я тут купить телефон с такими параметрами. Да. Вот такая ситуация. Но если боитесь, не покупайте. Всегда в онлайн покупках есть риск. Но они могут отправить тебе качественный продукт, а перевозка во время перевозки может товар пострадать. Но это уже кому как повезет, если вы человек везучий, все будет хорошо. И теперь GR Best стоит 170, 107 долларов, и посмотрим, сколько оно стоит на Али. И еще пару слов о данном девайсе. Я тут посмотрим, какие тут характеристики выдает. Ну да, немножко отличается тут описание телефона там, ну, с пандавильским. Что еще они отправляют? Вот так, все стандартно, ничего тут нету. Сейчас посмотрим, сколько на Али стоит данный телефон. Вот, самое большое количество брак я получил с Али, потому что у меня там самое большое количество покупок. Сейчас скопируем. Если у вас есть вопросы какие-нибудь, пишите в личке, пишите в комментах, я отвечу. И еще попрошу тех, кто смотрит мои ролики, подпишитесь на канал. У меня канал развивающий. Ну, сейчас ожидает очень много посылок, очень много обзоров, распаковок. И вот на Али нет данного девайса, да? И еще я нашел на Али платформу PandaBuild. Или это фейк, или просто взяли название PandaBuild, так назвали свою платформу. Но там есть одна платформа, которая называется PandaBuild. Итак, цена. Сейчас подведем итоги. Цена 557 долларов. Характеристики телефона хорошие за такую цену. Просто отлично. Нет слов. И вот что касается того, каковыми будут характеристики в реальности, когда вы получите телефон. Вот мое мнение. Я в скором времени куплю этот телефон. Будет обзор. Мое мнение, да. Берите данный девайс, покупайте. Потому что оно оправдает себя, оправдает свои характеристики. Вот, то есть, вот этот бренд, да, этот бренд Yusun, мне не знаком, но я откопал информацию в интернете. Ну, в основном там не очень плохие отзывы о данной марке. То есть можете брать телефон, свою цену оправдает. Очень хороший телефон за такие деньги. Это одна. Значит так, что может вас не устроить? Вот качество дисплея и немножко батарея. Посмотрим, что тут заявлено. Сколько миллиампер батарея? Батарея 1850 миллиампер. Ну да, хватит. Ну, если учесть то, что может и аккумулятор маленький, не такой емкий, но все равно подойдет. И мое мнение о данном девайсе одна. Значительно положительно. Я в скором времени куплю этот телефон, и будет детальный обзор.